Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка-крошка, Фуфло и Тучка, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Алам алейкум, братья. Сегодня у нас обзор на офигенных NPC-шек с игры Warcraft 3. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем обзор. Первый у нас Chaos Blade Master. Включим искусственный интеллект и будем смотреть, что они умеют делать. Че, он сразу... Нифига себе, дурак, что ли? Он невидим. А, кстати, вот видно, синяя такая штучка у него. Вот это подать! Угон лупит, бедный балди. Это моя школа, я здесь делаю все вещи. На тебе. Нифига себе, он чикает. Он бахает. О, да, я взлечу, посмотрю, может прыгать? Ай! Ну, он палится огоньком вот этим вот. Ладно, мочите его, потому что впереди у нас очень много NPC-шек, мы должны всех успеть посмотреть. Пропакады, вы психи, а, ну это тебе запрос атак. Хаос Грант. О, топор. А, кстати, у него не так много жизни отнимает. Да что ты, отстань от меня. Лесник. Вот, веди ему. Он такой быстрый. Да. Рахит какой-то. Я ему посрачника дал. Ну такое, да? Слабенький. Ай. А я его не смог убить, что ли? У меня шар между ног пролетел, это законно? Да, это закон. Хаос, Хеллскрим. Ребята, если не так буду немножко их имена читать, не судите строго. Я эту игру знаю, но ни разу в ней не играл. Тоже невидимый становится вапорами, сколько он дамажит. О, Голя ща прописал, неплохо. Не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. Снимаем с вашим самые свежие моды и самые офигенные рубрики. Ау. Ладно, мочите его. Жизнь у них одинакова у всех или все-таки по-разному? Я не могу никак понять. У него тоже жизни больше, да? Он еще блок ставит. А, он живой, но мы его убили. Дурак, что ли? Че мне дамажишь? Он сколько пацанов? Дамажи их, я не хочу. Он еще блок значит, ставит. У него когда... больше хп. Да. Он 4 шара пережил. Тогда, а шар сколько, по 1000 отнимает или по 2? Ого. Да ты смотри, что оно делает, чучело, мяучело. Да. Где оно? Вижу. Нифига себе, так это босс какой-то, или что это такое? Слышь ты, умри! На, отлично, Итучка, молодец, ну какой-то вообще неадекватный. Хаос Котобист. Котобит. Ого. Котопёс? А добрый как дамажит? А, что это? Что? Он топориками, да, бьет с коня это? Да. Нормально. Ты какой-то носорог. А сколько он? По 25 хп отнимает? Вообще чуть-чуть? Да. По 25. Мало. Хаос пион. На тебе. На, киркой. Эй, ну, нормально ногу. Делай. Он тебе ногой прописал. О, я вижу, да. Чего? Да ну за что? Обстоятельства. Хаос райдер. Конячник. О, кстати, быстро уже бегает, я вижу. Ай. Вот это у него топорище какое-то такое гигантский. Сколько у него жизни? Мало. Тоже все. Хаос Варлок. Ого, у него магия есть. Но... нормально дамажит. Бой. О, я отклонился. Это уже как маг, да, идет? Или что это? Ну да, наверное. Похоже очень, у него посох. Ну жизни мало отнимать, это... Красиво. Хаос Свинрайдер. Крылатый. Ого, нормально летает, пойдет. Ой, это Батрайдер. Ай. Слышь, спускайся. Да, летел. Спускай. На. Ну вот. Что? Что? Ладно. Хаос Винг Райдер. Другой. Самый. Лапами бьет. Так он... А, да, этот, подожди, тот самый, да. Так. Переходим в следующие папки. Это у нас герои пошли. Атхас. Артас, это папич. А, я там Р не прочитал. А что они? Он не будет? Он добрый? Да, что не будет. Тебя бьют, ты не видишь, что ли? Тебя бьют. На! О, пошел процесс. Когда он невидимости, тогда он не видит его. А, да-да. Вот это бой. Такая боевка, ну, очень интересная. Мне нравится. Это самый эпичный бой, который я видел. Опа. А, видишь, все, стал невидимкой и не может. Че у него в руках? Книга. Да. Тебя бьют. Так, напишите в комментариях, кто же из них выиграет, герой или вот этот чел.
А вы, пацаны, как думаете, кто выиграет? Я кажется, за Артаса. Ну давай, Артас, мы в тебя верим. И за Папича. За Папича, о, закрылся. Он урона 10 наносит, чё так? А ну, если на... А, они ж по нам не могут дамажить. О, дамажит. А пацаны, да вы так долго будете сильно драться. Короче, мы поможем им? Хорошо, давайте я сейчас поставлю еще героев, поехали. Так, викинг, паладин. Маленький. Он на меня акрится. Потом у нас есть Джайна, Тилванас какой-то и Утхер зе Лайтбинджер. Ну, это, конечно, такой англичанин не очень. Это вы сейчас будете все его дамажи, да? А кто там водного поставил, вы? Может, они призвали его? Прикольно, физика воды. Кстати, да, наверное, призвали. Ай, они манипуляются. Они до сих пор этого челика бьют? Они уже нас бьют. Они уже нас бьют? На меня агрится. О, это хорошо. И луки, и стрелы. Ты косой, я тут. У него стрелы так летят? На 5 метров. А не, подальше, на 10 могут лететь. А чё они на меня не агрят? Вот, я тут, агрись на меня. Да что такое? А водяного можно убить? А по воде его урон не проходит. Ну это же вода. Ну да. Не, он проходит. А, что проходит, да. Да ну. Так, давайте дальше смотреть. Надеюсь. Наверное, все в один ролик войдет, потому что мы будем сейчас всех ставить. Так, юниты пошли, блуд. Да. Будешь меня дамажить? Давай, мочи его. У нас тут уже прям Warcraft целый. Dragon Hawk. Ха-ха, прикольно. Скины очень низкой детализации, потому что игра очень старая. Но сделаны круто. Все работает, магия работает. Кстати, и всего весит 68 мегабайт. Футмен. Ой, это что у нас? Грифон Райдер. Я думал, барыга кричит. Так, Джирокоптер. Герокоптер. Так. Гироскутер? Кай, а, он стреляет. Эльфачер. Они между собой воюют или нет? Mortal Team. Ого, это что, базука у него? А ну-ка, как он стреляет. Ого, пушка целая. Гармата? Не прикольно. Ой, прикольно. Не прикольно. Ну, стреляй. Давайте посмотрим, как... Базука какая-то у него. Почему по мне стреляет? Ну, потому что... Ничего себе, он все зафигать. Ребята, что у нас тут творится? Ничего не понятно. Очень интересно. Так, ну давайте не будем останавливаться. Пасант. Пацан какой-то у нас тут есть. Пасант. Да ушел, обиделся. Так, прист. Потом у нас есть рифлемен. Ого, это у него пушка. Так, дед. Сидж Энджин. Ой, это что за машина такая? Машина. Ого, это катапульт. Так, это катапульта какая-то. Так, дай по тебе все. А что они на тебя агрятся все? Я не знаю. Ты им не нравишься, понимаешь? Они не любят Скидварда. Суркирес. Так, это маг у нас тоже. Магиня. Я взорвал. Спеллбрикер. И The Captain. Капитанчикс. Нифига себе, там фуфлик ныкается, они все за него фигачат, он ныкается. Да. Так, переходим к следующей папке. Адмирал. Ого, призвал, смотри. Прикольно. Флай-машин. Вертолет. Чаплан. Элит Футмен. Потом Элит Грифон Риндер. Ну как-то так-то написано. Еще такой шрифт в Гаррис Моди, странно очень. Элит Гвард. Потом у нас Элит Mortal Team. Пацаны, не лагает у вас? Нет. Элит Рифлемен. Мне кажется, они очень оптимизированы за то, что низкого качества и полигонов мало. Не нагружают. Кого они там гасят? Они до сих пор первого того мочат. Ну да, они за нами. Они между собой воюют. Прикольно. Что-то на они месте стоят. Меня. Ты чё? Смотри, какие дырки оставляет. Неплохо дробаш его. Так, еще папка у нас. О, громаш. Какие-то гигантские пошли. Hero Blade.
Херабрин? Они большие! Hero Shadow. Нифига себе, красивый какой такой. Детали. А что это у него за мочалки там? Прикольно. Ой. Так. Chieftain. И... Трейл. Да ого, он призвал каких-то монстров вонючих. Вот это битва у нас. Ребята, чем я люблю Гаррис Мод? Что можно делать? Всякую дичь. Кстати, я вижу, они убивают. А, вы их убиваете. Так. Поехали. Демонишер. Чё это такое? С квадратными колесами. Грант. О, этого челика где-то раньше видел. Хедхантер. Фотобит. Извини, это я хотел. Пион. Это за название пион. Слышь, ты чё мне офигать? Отвали от меня. Так, райдер. Шаман. Сплинт. Туарен. Туарек. Машину уже читаю. Да, Туарек. Так, поехали дальше. Тролль. Бэтрайдер. Тролль. На. Винтрайдер. И Вич Доктор. Опять крылатые. А ну давай, задамажь меня. А мало дамажит. На расстоянии, да, так понимаем? Да, ну вот его шар летит. Просто искра. Ого, они там уже летают. Голуби, я, кстати, никогда не обращал внимания, что голуби сидят. А, они не настоящие. Голуби сидят. Прикольно. Нормально мы битву устроили. Так, и последняя папка у нас. Сепрен Варт. Что это? Сплинт Вольф. И Ватер Элементал. О, они между собой воюют. Так, давайте посмотрим. Кабанчик пьет водичку. О, ребята, я придумал, что мы сейчас делаем. Я сейчас прям не поленюсь, смотрите, только не мочите их. Я сейчас ставлю всех-всех NPC. Давай. Вот это будет сейчас, ребята, жесть. Ребята, я поставил всех NPC. Просто посмотрите, сколько их получилось. А. Сейчас будет эпическая битва, которую вы увидите только на моем канале, когда все NPC одновременно будут сейчас сражаться. Я думаю, такого еще никто не делал. Ну что, бойцы Варкрафта, погнали! Офигеть! Давайте посмотрим, может они друг друга перебьют? Наверное. Сверху, снизу, летят шары, все фигачится! А, вы застряли? Давайте мы вам поможем, мужички. О, все, пошел процесс. А мне тут отображается, что какая-то их зеленая штука убивает. Это, наверное, магия какая-то или что это такое? Наверное. Видите, Элит Гвард. А, он зеленый, это как... А, это из-за того, что это герой. Да, красный это враги. Сейчас, когда, ребята, останется их немножко, мы их взорвем ядерным взрывом. Поэтому обязательно смотрите до конца. Так, ну пока я вижу, они погибают все. Видите, постоянно красным загорается, что кто-то... Не, ну пока есть никто. С телегой воюет. О, герои мочат. Ну, на то и не герои. Да, моща. Что где у нас тут вообще происходит? Попить, ой, 20 хп осталось. Шоколад канался. Вот это тут летит от магов. И базуки, и ракеты, все летит. А кого они так дамажат? А, не по герою, фига. Ой, подстрачника получил, под раздачу. Я, ну ты молодец. Не надо лезть как там, где идет такая жесткая война. А эти водяные морды, что они тут делают? Ничего не понятно. Они для красоты. Это точно. А эти что, летают? Стреляют они? А, ну да, что-то стреляют. А, тут уже просто кончается карта. Мне кажется, если бы карта была высокая, они бы очень высоко взлетели. До скайбокса уперлись и все. Все? Отбили, да. Война окончена? А нет. Нифига себе, они все на него, да, на одного, на этого красного агрится? Да, да. Сколько он продержится? Давайте посмотрим. Ну, герой еще, кстати, ни один не умер. Кроме меня. Ну. Один герой умер. Все, он умер. Все, замочили? Да. А нет, он невидимый стал. Все. Все. А давайте посмотрим, что они дальше будут делать. Они, они радуются! Они что-то там базарят там, слышь ты, я у всех убил сам. Да ты ничего не сделал, я всех сам убил. Так, и последний тест.
О, давайте мы не ядерку от Гринвича лупанем. Давайте попробуем SC-1000, как раз проверим, кто самый мощный. На. Ой-ой-ой. Они все сдохли. А нет. Не все. Вот, ну это видно радио взрыва не достал их. Блин, нет, они живые еще. А, значит они самые живучие. А, предлагайте ядерную бомбу взорвать. Давай, давай. Да, зачем эти крайности? Ну да, но я думаю, что их все равно это не убьет. О, я прям на нее встану. Взрывать, я на ней буду стоять. Бум! Если понравилась эта серия и этот пак NPC, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Пока. Пока.